Предварительный ущерб от наводнения в Туркестанской области составил 404 миллиона тенге. По информации пресс-службы акимата региона, и это только аграрный сектор, отмечают специалисты. Напомню, несколько дней назад на территории Узбекистана из-за сильного дождя и ветра произошел прорыв дампы Сардабинского водохранилища. В результате оказался затопленным Махтаральский район. В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов между тем подчеркивают, таких приграничных водохранилищ, потенциально несущих опасность затопления, несколько. Причем некоторые из них, как и Сардабинское, было построено без необходимого согласия казахстанской стороны. Сегодня мы готовим ноту МИДа, мы свои обращения, в том числе и международные наши организации, в которые мы вместе входим, для того, чтобы полностью узбекская сторона представила нам список всех объектов, которые были выстроены на в бассейне реки Сырдарья на трансграничных наших водах. Там около 3000 гектаров затоплено, это посеянных площадей. То бишь это уже, считайте, погибли семена, погибли всходы. А сейчас вот вода даже уйдет, потом потребуется какое-то время. Ну, во-первых, для того, чтобы вода ушла, потребуется время, я не знаю, может 7, может 10, может 15 дней. Потом нужно будет неделю или две недели, пока высохнет. И уходит золотое время.